Всем привет, Вася на связи. Хочу, чтобы сегодня вы немножко послушали мою говорящую голову по поводу того, как и когда человек может стать банкротом, как физлицо. Сколько это займет времени? Сразу скажу, что этот ролик будет не единственный, и мне есть о чем рассказать и показать даже с картинками. Год, 1 год, 5 месяцев и 27 дней. Столько в моем случае длилась вся процедура банкротства. После подачи заявления о банкротстве на сайте арбитражного суда заводится вот такая вот карточка. Тут видны все кредиторы, кто имеет какие-либо к вам претензии. В моем случае это банк и 2 коллекторских агентства. Это общая хронология дела. Вы можете поставить на паузу и посмотреть. Есть даже подобный календарный вид всех судебных заседаний. И вот тут стоит сделать небольшое отступление. Дело в том, что банкротом я уже признан 22 сентября 2020 года. То есть спустя полгода после подачи заявления. Так почему же у меня срок такой, год и 5 месяцев? Давайте объясню. Итак, суд признал вас банкротом, и после этого вам назначают арбитражного управляющего, который, совершенно сторонняя организация, который должен найти каким-то образом у вас какое-либо имущество, допустим, у вас есть квартира и машина, машину продать, а эти деньги пустить на оплату тех претензий, о которых я говорил выше. Там у меня был один банк и 2 коллекторских агентства. Вот так в деле и появился некто Шуховцев. Это как раз и есть арбитражный управляющий, которому не хватило полгода для поиска имущества у меня. К слову, имущества у меня никакого нет, об этом все прекрасно знали. И он спустя полгода ходатайствует о продлении тех самых сроков поиска имущества. Суд ходатайство принимает и назначает следующее заседание через 3 месяца. Спустя 3 месяца этот же самый Шуховцев снова ходатайствует о том, чтобы снова продлить сроки. Опять якобы он что-то там не нашел. Хотя у них были доступы к моим госуслугам, к пенсионному фонду, к налоговому кабинету физического лица. Казалось бы, бери справки и делай выводы, прикрепляй их и доказывай суду, что у меня ничего нет. И снова суд назначает следующее финальное заседание спустя 3 месяца. Вот так у меня появились лишние полгода в этом деле. Но ничего, я человек терпеливый. Я честно ждал и дождался. И вот спустя год и 5 месяцев, 8 ноября этого года, 2021, этот же Шуховцев ходатайствует о том, что хватит у меня искать какую-либо собственность и прекратить нужно все эти мероприятия и выписать мне определение о том, что все, я окончательно признан банкротом, у меня нет никакого имущества и я ничего никому не должен. Я не буду рекомендовать или рекламировать ту компанию, которая банкротила лично меня. Но если у вас есть знакомый юрист, отдельный человек по банкротству, можно обратиться к нему. Он тоже вам может помочь.